И многие из игроков являются членами уровня нашей страны. Звание чемпиона России – это итог полномерной работы всего этого коллектива, игроков, тренерского состава, руководства, административного персонала и, конечно же, Федерации футбольного клуба Республики Татарстан. Каждый сезон по-своему, конечно, сложный, но этот сезон, он, я говорю, вот неоднозначно складывался. Разные были игры, и провальные игры были, и все. Ну, без этого, наверное, ровно нельзя в течение сезона пройти. А самое главное, конечно, что финальная часть команды собралась и сделала результат.